смотрите, кто-то подарил тебе, вот, например, такую колонку, а ты вообще даже не знаешь, прямо, не можешь додуматься, что это за вещь, такая. А тот, кто подарил, он когда уже ушел с дня рождения, ты не сказал, забыл сказать. И вот, думаешь, придумал. В интернет зайти можно. И в интернете написали, что это такое. Чтобы переписать. И чтобы в игры играть. Чтобы смотреть видосы. Я узнавать, ну, там в интернете есть таблица умножения, еще там есть, как это, дрессировать собак, котов. Скачивать. Печатать по работе. Дивитися мультики, коли току нема. Точніше, електрики. Бо телефон поставиш на зарядку і дивися мультики скільки хочеш. Щоб писати і читати. Чим люди все смотрели. По телевізору реклама йде. Я думаю, век назад. Почему я так думаю? Ну, потому что интернет уже очень долго существует. И вот уже я так родился, он уже был. Даже когда я еще у мамы в животе был, он уже... Когда моя мама выросла, и она... Ну, ей было 13 лет, я думаю, тогда... Появился интернет. Лет тысяч. Были средние века, когда они придумали интернет. Ну, когда уже начинал мир составлять, ну, не как добывать еду, убивать зверей, а как строить, добывать. Ну, и там мы сделали телефоны с интернетом. Когда придумали компьютеры? Недавно. Потому что они сначала думают, а потом уже показывают фильмы. 100 лет назад сова разумно казала. Она про природу, про художники, казочку, про лесные зверят, казочку про садочек Африки, про уроки. Фантазии. Когда люди начали расти. Вместе с интернетом появились люди и телефоны, и дома, и компьютеры, и телевизоры. Не очень давно. Потому что так не было связи. Связи не было постоянно. Ну вот. Нашел ту песню в компьютере очень крутую. Записал ее на флешку. А с флешки на телефон. И отправил. А с телефона Viber. А с Viber отправил. Ну, с кем ты там переписываешься. Обычные смс. То, что ты хочешь. Я же говорю, родители забирают все телефоны и планшеты. Потому что мне нужно уроки учить. Я ненавижу учить уроки. Учаться не бы. Там можно еще буквы добавить, и будет черепаха. Печатать. Хамелеон, який ты можешь змінювати колір. Може бути тільки зеленим. Это когда человек читает. Он может читать или книжку, или в телефоне читать что-то. Это слово придумали инопланетяне. Наверное, они отпугивают таких вот маленьких свиушек, какие в космосе живут. Нет, они их наоборот к себе просят. Вот, они их любят, они их хлеют.